Всем привет. Ну что, пора пришла разыграть, ну точнее подвести итог розыгрыша. Ролик вы видели, розыгрыш МЦ-шечки на 2 дюйма. Я думаю, тут ничего уже объяснять не надо. Ролик такой короткий сделаем. Что вам мозги парить? Сейчас, короче, переключусь на телефон. Там прям проведу розыгрыш, запишу с экрана вам все это дело. То есть просто на бесплатном вот этом сайте, который по комментариям выбирает просто любой комментарий, который там есть. Если будет комментарий из тех, которые, ну, там не хотели, да, вот эти люди, которых я просил, что если вы пишете комментарий, но вам это не нужно, многие написали, за это вам прям такой респект и уважух, как говорится, за то, что вы действительно честно написали, как я и просил, то есть не любители халявы, а нормальные, хорошие мужики с понятием. Короче, сейчас это дело на телефон вам переключу, покажу, и потом подключусь уже, расскажу все остальное и что делать дальше, как говорится. Ну, в общем, вот так вот победитель известен. Попрошу победителя написать, если у него не совпадает, вот как вот имя, фамилия написано, не совпадает это ВКонтакте, попрошу под своим комментарием написать, как его найти ВКонтакте, чтобы с вами связался человек, ну, как производитель этой МЦ-шки. Как мы и договаривались в начале этого, ну, того видео. Так что он там, чтобы вас нашел, посмотрел, и уже вы там договорились в личке об отправке и все остальное. Он очень сильно удивился, что я так вот решил разыграть и его приплюсовать к этому розыгрышу. Так что такой он прифигел слегка с этого моего жеста. Вот, соответственно, вы с ним там свяжетесь, он проверит вашу подписку ВКонтакте, и потом уже решим, или я, или он там, ну, кто-нибудь, короче, отправим вам эту штуку, как удобнее будет, но изначально с ним свяжитесь, с ним решите этот вопрос. Если, говорю, если у вас не совпадает ваше имя, фамилия, как вы записаны ВКонтакте, то напишите просто, как вас, как вы называетесь ВКонтакте, чтобы он вас нашел. Напишите у себя в комментарии в том именно видео. Ну вот, как-то так. Всем удачи!